Готов. Тебя как зовут? А? Хоть! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. Готов? Руки держи, руки! Стоп! Все, вау! Бойцы на середину. Как я и обещал, этот поединок выдался максимально жестоким и зрелищным и закончился нокаутом в первом раунде, подарив победу Сергею Калинину по прозвищу Кратос. Вы знаете, крепкий парень. Я, ну, так как его знаю, там... В данном противостоянии буду, ну, болеть за него. Сразу, смотри, поджал. Такой вообще... Ой-ой-ой! Ну, а вот это разборка сразу же. Прямой залетел. Но, по-моему, слишком откровенно начал и пропустил что-то навстречу Калинин. Да-да-да. Ну, он откровенно, мне кажется, начинать это его стиль. Опять сразу размен на ближний. Никаких отжатий. Тем не менее, у Тимура гораздо точнее удары прилетают. И вроде как даже жестче. Посмотрим, какие они будут. Развивайся. На протяжении всего боя. Что-то там... Денис Анатольевич попросил раздуться Тимура, потому что он скользит очень подошва. Сильно скользит. Не понадобилось нашему рефе, чтобы понять это. Более полуминуты боя. Впервые на топ-доге боец выходит босиком. Посмотрим, как это скажется на сегодняшнем бою. Мне кажется, это на руку Кратосу было вот это вот. Отдых небольшой, что он сейчас опять может сделать. У Кратоса уже, по-моему, рассечение открылось где-то за ухом. Вот-вот. Попал где-то на ближний ему доктор. Подлечил, пролечил. Скажем так, доктор пустил кровь. Ух.
Ой-ой-ой. Обоюдный левый сбоку. Ой, посмотри, почувствовал дистанцию доктор. Коротко, коротко работает доктор, но жестко. Да. Под разными углами и при этом очень собраны руки у него. Кратос работает джеб. Мы все ждали, что он пойдет с безумными атаками. Он пытается боксировать. Сергей выкидывает намного больше ударов. На доктора идти опасно. Достиг цели, по-моему. Доктор хочет, вот. Доктор хочет сыграть от этого джеба. И постоянно бьет в корпус. Отличный размен по корпусу начала, сейчас, да? Был. И безусловно... Хорошо ушел от правой, да? Ой. Повторно. Ой, хороший апперкот залетел. Еще Кратос начинает. Битва в клинче. Как будто такое ощущение, что он сейчас сломает уже доктора там. Вот работа в клинче — это одна из отличительных особенностей кулачных боев. Мини-сечки такие покрывают лицо Кратоса. А доктор пока еще чист, но за глаз держится. Видимо, не все там в порядке. Ждет доктор. Да, время для своей короткой, но мощной атаки. Опа. И я думал, сейчас взорвется, как обычно. Хотел встретить справа, но не смог перекинуть руку. Да, работа твоя чисто была. Сейчас начинается. Тихо. Интригующее противостояние. Как вы, Владимир, оцениваете шансы после первого раунда бойца? На мой взгляд, Сергей должен немножечко поэкономнее работать. Он много выкидывает ударов, которые не приходятся по цели. Тимур работает более аккуратно, и с его стороны я заметил, по крайней мере, больше попаданий точечных, но Калинин сейчас давит его, поддавливает весом, габаритами, и Акаиму довольно неудобно боксировать. Это заметно. Посмотрим, что покажет второй раунд. Корпусу еще можно. Воды как? Воды как? Нет. Копнули. Да, может поднимет? Давай. Давайте боксерки это и сделаем. Перерыв сколько тебе нужно брать? Как вазелином замазать? Слишком кисло. Слишком кисло для четырех главных боев за сегодня. Ни один из этих бойцов еще ни разу не был у нас во втором раунде. Давайте же посмотрим, как они себя проявят в дебюте. Подзаплыл глаз у Тимура Акаимова. Опа, плотный джеб. Пошел Кратос вперед. Высочайшая рубка. Ой, жестко. Вот это размен. Просто вот эта драка прямо на глазах Владимира Минеева. Удовольствие ему. Ой, какие апперкоты выходит доктор. Это что-то, господа. И никто не встает назад. Оба ждут и бьют. Это бьют. Просто что-то. Вот это, да, вам понравилось, Владимир? Да, мне понравился этот
то, что происходило непосредственно перед моими глазами, эту энергетику, она ощущается, мне кажется, во всем зале. Сегодня ты вряд ли уснешь раньше 5. И приятно, что это не клинчем кончилось, а ударами. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот посмотрите, по-моему, Кратос начинает испытывать проблемы с дыханием. Да! Аплодисменты, бойцам! Я не слышу вас! Жесткое попадание! Это Титан готов сгинуть с Олимпа всех богов! Посмотрите, кровь долетела даже сюда. На записке, да. Если камера сейчас посмотрит на меня, я готов продемонстрировать это. Просто кровь летит по всему залу. Здесь мы все в крови закрапаны. Вот он. Не видел, правый. Не видел. Не просто видел этого правый удара. Наотмашь. Бам. Не видел, да, не видел. Бам, откуда. Туда бам. Же, все. Еще и сдвоил. Попал справа. Да. Первый коронный, а второй похоронный. Да. Не видел начала удара с уровня живота. Бросил его Кратос. Подмигивает он Владимиру Минееву. Подтверждает. Я же говорил, что буду болеть за этого парня. Пока бойцу оказывают первую помощь, мы готовы объявить победителя нокаутом во втором раунде. Победу одерживает Сергей Калинин по прозвищу Кратос. Покажите настоящий театр насилия. Погнали, мужики! Давай, давай! Судья готов? Судья готов? Судья готов! Судья готов! Первый раунд! Тайм! Файт! Yeah!
Готов! Готов! Побегай! Стоп! Иди сюда! Подойди! Стула! 9! 10! Ау! Тихо! Прошу! Посмотри! А тут пиздец, блядь! Ты себя не увидишь! Успокойся! Мы наконец-то дождались, чего мы так долго ждали, собравшись здесь. Любимец публики, победитель нокаутом в первом раунде, Сергей Калинин по прозвищу Кратос.